Начнем с футбола. Кто продолжит борьбу за выход в плей-офф как минимум Лиги конференций? Ответ на этот вопрос мы получим уже завтра. В Женеве «Шериф» сыграет с «Серветтом». У обеих команд по одному очку, и победа необходима всем. Сегодня «желто-черные» провели последнюю тренировку перед матчем. Роман Пилипчук решил это сделать в Тирасполе. Перед матчем с «Серветтом» футбольный клуб «Шериф» решил провести открытую тренировку для журналистов не в Швейцарии, а дома в родных стенах на одном из тренировочных полей спорткомплекса в Тирасполе. Так «желто-черные» обычно не делают, но все мы помним прошлый сезон, когда после поражения в Лиге конференции с «Партизаном» «желто-черные» потренировались перед выездным матчем в Еврокубках в Тирасполе. И тогда в Сербии прошли «Партизан» в Лиге конференции, попали на Ниццу. И кто знает, возможно, Роман Пилипчук специально это делает, возможно, на фарт. На открытую тренировку «Шериф» вышел в полном составе. Амин Талал и Рикардиньо, вратари Максим Коваль и Виктор Стрейстарь на месте. Молодежь тоже тренировалась. Это Роман Новиков и Данила Форов. Луванор занимался отдельно от остальных, бегал вокруг поля. Бразилец восстанавливается после травмы. Футболисты не забывают и о стиле. Накануне перед поездкой в Женеву приднестровские бразильцы Луванор и Рикардиньо постриглись, так что к игре готовы и в этом плане. Желто-черные отправились в Женеву сегодня из аэропорта сразу на стадион. Там Роман Пилипчук ответил на вопросы журналистов. В Швейцарии игру с «Шерифом» в Лиге Европы точно ждут. Уже продали больше 17 тысяч билетов. Завтра на трибунах будет аншлаг. Итак, «Сервет» – «Шериф». По сути, это уже игра на вылет. Обеим командам нужна только победа для продолжения борьбы за плей-офф. Битва в Женеве стартует в 19:45.